Так, короче, гайд на Мимирона. Так, давайте позырим. Третья часть, так. Пятая часть сюда. Нет, это не то. Это 25-ка. Блять, где? Короче, вот здесь где-то надо поискать. Гневич вылетел. Тихо. Пятая часть сюда попал. С двух сплав. Вот здесь вот. Давайте позырим. Позырим с первой фазы. Так, гайд на Мимирона. Мимирон — это что? Это робот, не знаю, титан какой-то или что он, ну, вот этот чувак мелкий, это Мимирон, гном, короче. Первая фаза — это танк Левиафан, такой же, как первый босс в Ульдуаре. Танкуется одним танком весь бой. Значит, кидает вот эту парашу огненную на одного человека. Пипец, меня прикалывает эта собака, которая по минам бегает и не сдыхает. Бля, подвырубим. Короче, кидает вот эту парашу огненную. Если рядом с человеком кто-то стоит в 10 метрах, то тоже кидается на него дебаф. Ну, такой слабенький дебаф, захиливается. Ну, надо хилить, как бы. Вот, и шок вот этот прокастовал сейчас электрический. Ну, 15 метров вокруг машины. Оббежать там нужно недалеко, метров 20. То есть, считай, где-то вот за тотемы, вот сюда где-то. Вот. На танка кидается заряд напалма или плазмы или чего там. 6 секунд кастуется, 150 тысяч за 6 секунд. Каждую секунду там по 30 тысяч дамаги проходит. В это время танку нужно к хилам отбегать и нужно прожимку отдавать. Вот опять шоковый удар кастует. Кроме того, мины вокруг себя раскидывает. Мины, вот они, на полу их видно. Раньше у них были красные надписи над головой, а теперь убрали это. То есть на них нельзя навести, и красные надписи они помогали как бы раньше замечать, что это мина. Сейчас они просто на полу лежат, и нужно визуально вот эти кругляшки увидеть, они такие с фитильками. Вот, и в них нельзя наступать. Вот он, хоп, раскидывает. Раскидывает танк вокруг себя эти мины. Вот, перед тем, как кидать новые мины, старые взрываются там по времени. Ну, наступить на одну мину — это еще не вайп. Она не ваншотнет. А вот несколько, две мины, три мины, они ваншотают сразу. Ну, первая фаза кончается. На первой фазе хилить особо нечего. Вот. Вторая фаза начинается с того, что выдвигается платформа и появляется туловище. Вот. Эта фаза для хилов самая жесткая. Здесь вот на этом ролике хилит Холипал и Ршам. У них уже два куска. У каждого есть Т8. 219-го. Вот, пока он там базарит, Мимирон, он что-то пишет там, пушка там и так далее. На ренже должны стоять минимум 3 человека. Если будут стоять 2, то в мелизону может кидаться ракета. Спина — это вот где две красные ракеты у босса. Вот. Также он периодически использует на рейд способность волна жара или чего там, огненная такая фигня, она не резистится. И кидает в случайного человека несколько выстрелов аркан магии. Вот огненная фигня, она очень сильно дамажит, там под 4004 секунды. Вот. И плюс вот этот обстрел, он выбирает случайного человека и стреляет в него несколько раз. Очень-очень напряжно для хилов здесь. Ну, видите, как вот просаживается рейд, два хила захиливают. Три человека на ренже стоят для того, вот сейчас лазерный обстрел начался, 3 секунды подготовка, хоп, и нужно стоять уже в это время за спиной. И лазерный обстрел, он наносит около 100 тысяч урона в секунду. То есть за доль 3 секунды 30 тысяч урона. Ваншоты. То есть перед лицом нельзя стоять. Ну и дальше на рейндж выходит. Лучше всего такие классы, как Лок, Маг, Хант, должны находиться на рейндже. Потому что когда начинается обстрел, они могут телепортироваться, отпрыгнуть, блинкануться из зоны поражения лазера. Ну и просто вот ракета летит, которая вот этот красный кружок подсвечивался. Она наносит там миллионы урона, то есть ваншот, то есть в ней нельзя стоять. Ну, видно, как она летит долго до пиковой точки, а вниз уже быстро летит. В принципе, простая фаза, но для хилов очень потная. Тут нужно прям хорошенько захиливать, никого не уронить. Ну и сбежаться за спину. Принцип такой же, как и на гниломорде, только он крутится по часовой всегда. Вот третья фаза.
тоже очень простая, для хилов напряга нету, ману резать могут. Появляется вертолет, голова такая. И основные моменты. Три вида мобов есть. Бархлоботы — это просто трэш. Не особо не бьет ничего, никого не убивает, не ваншотает. Штурмовой бот. Он тоже не ваншотает ничего. Просто толстый моб. Его заливают мелики, держит танк. Голова не танкуется, так как она находится в воздухе. Она бьет просто по первому в списке агролиста. По первой цели. Кто больше всего дамага наносит, больше агра генерирует. Танк как бы может таунтить, но агро набирать он на ней не может. Ему нужно мобов танковать. Вот. Из головы, из вертолета, из самого вертолета выпадает бомба. Бомбот. Если он до кого-то дойдет, он взорвет его. Как и на этом. На разрушителе, на роботе, четвертый босс. Вот она выпала. Хоп, ее откидываем, дамажим. Обязательно все должны в нее переключаться. Потому что если будет один человек бить, это будет как бы долго, и лучше быстренько зергать. Из моба штурмового падает магнитное ядро, которое, если ткнуть в инвентаре, тут переключается каждый за себя в этот момент боя. Хоп, берем, подходим под голову. Ровно надо под головой находиться. Если будете где-то вправо-влево, то не получится. А голова притягивается вниз на 10 секунд, по-моему, 10 или 12 секунд. И в это время милики дамажат. Первый в мире убийства видел, что несколько ядер залутали и несколько раз его подряд притягивали. То есть 2 раза, по-моему. Инсидия, гильдия в 25-ке первая убила Мимирона. Там хардмод, конечно, был, там еще огонь. Вот, и под бурсты миликов, считай, там крылья и еще что-то, что 20 секунд длится. 2 раза подряд его притягивали. То есть он притянул первый раз, и второй раз его притягивали уже после того, как взлетает голова. Потом сразу притягивают. Вот лут меняется обратно. Ну и четвертая фаза. Просто все эти три части собираются. Вот. Ну, ДПС чего там? Получается пятеро. Ну, сколько ДПСеров? 7 ДПСеров, 2 хила, 1 танк. Вот, то есть вот такой ДПС должен быть для убийства. Конечно, там и больше времени для берсы есть, но желательно такой, потому что люди на третьей фазе уже начинают помирать, путаться. Тут одновременно мины раскидываются. Единственное, что плазмы нету с нижней части. Фишка в чем? В том, что у всех частей по половине ХП, и убить их надо одновременно. Если одну часть убить, а остальные две за 12 секунд не успеть залить, то эта часть починится на 50%, то есть восстановит ХП. И, грубо говоря, то есть уже не убить никак. То есть, вот мы и смотрим. Здесь это первое убийство в десятке этой гильдии. И тут прям чудом, секунда в секунду, наверное, успели. Вот лазерный обстрел. Смотрим на спину. Как бы есть еще хитрость такая, забежать вот в то место, откуда он уже прострелил, вот левое плечо, только под него нельзя заходить, не под него, вот в модельку босса нельзя заходить, там тоже дамаг этого лазера идет. Вот сдох хант, его резают, единственный друид, бафают там, он дамажит изо всех сил, вот, пытаются как бы части эти залить одновременно. Кстати, ракеты здесь две он сразу выпускает, пожестче в этом плане. После обстрела он дает шоковые. Ну, секунд через 15-20, вот сейчас примерно будет скоро шоковый удар. Это нижняя часть, от нее отбегать надо. Ну и голова также, цель, на которую нагрелись, видите, она вот смотрит разрозненно вместе с туловищем. Туловище, кстати, здесь стреляет, по-моему, природой, если не ошибаюсь, электрическим разрядом каким-то. То есть не то, что этот бараш какой-то был или что-то, не аркан магия. Ну вот, за спину становимся, вот три человека падают. Квадратик за спиной находится, все остальные выживают. Ну, там кто-то помрет, конечно. И шоковый удар скоро будет. В принципе, ничего сложного. Главное отбежать по минам, не бегать, не наступить на мины, захиливать. Все это одновременно делается. Вот шоковый удар. Сейчас там подохнут все. Хоп, минус 4 сразу. Три тела остается. Танк и 2 ДД. 2000 у туловища, последняя летит, последний гнев осовый, и все, падает босс. Первое убийство. Вот так вот.